Всем привет! Меня зовут Константин Степанов. Я чемпион Европы по пулу, а сегодня мы поговорим с вами об особенностях техники русского бильярда. Главной особенностью русского бильярда является то, что здесь нужен намного более сильный удар, чем в других видах. В первую очередь это связано с тем, что здесь тяжелый шар. И для того, чтобы в принципе придать ему высокую скорость, нужно бить сильнее. А также это связано с особенностью луз. Они очень узкие, то есть они чуть больше диаметра шара. И поэтому для того, чтобы шар легче заходил, то есть продавливал губу при игре чужого шара, нам нужна намного более высокая скорость. То есть это увеличивает вероятность падения шара. Единственный способ нанести сильный удар – это сделать как можно более длинный замах. Но чем дальше мы начинаем отводить кий от битка, тем менее точно мы попадаем в биток на сильном ударе. Получается, что чем сильнее мы бьем, тем больше шансов забить шар. Но чем сильнее мы бьем, тем хуже мы попадаем в биток. Парадокс. Одна из самых сложных задач в бильярде – это сохранение кия на прямой линии на протяжении всего удара. Теперь давайте подробно разберем, как добиться этого движения. Длинный замах и сильный удар в русском бильярде можно сделать двумя способами. Они довольно сильно отличаются друг от друга, но в принципе оба из них применимы. Итак, в первом мы с вами будем работать только предплечьем, то есть плечо у нас остается в зафиксированном состоянии. В этом случае кий будет немножко выходить, то есть подниматься из плоскости удара, но потом будет выходить в нужную плоскость уже в момент самого удара. Выглядит это примерно вот так. В конце будет опускаться локоть для того, чтобы дать сопровождение. Но локоть будет это делать уже после нанесения удара. И второй тип удара – это когда мы сохраняем с самого начала кий строго в одной оси. То есть мы не задираем турник вверх. Для того, чтобы добиться этого движения, нам нужно во время замаха начать опускать локоть, чтобы он не поднимался наверх. Такой способ дает нам совершенно прямолинейное движение, то есть кий у нас двигается буквально в одной оси. Но над таким типом удара нужно довольно долго работать, хотя он дает максимально длинный замах. Итак, обратите внимание, что на верхнем видео локоть не участвует в процессе прицеливания. Он подключается только в момент удара для того, чтобы у нас получилось сопровождение. На нижнем же видео мы видим, как локоть двигается чуть-чуть вверх-вниз для того, чтобы сохранить осевое движение, то есть прямолинейность. И он также участвует в ударе. И так как мы стараемся с вами добиться максимально длинного движения, давайте поговорим с вами о хвате. И посмотрим, как наша ударная рука, то есть ее кисть и пальцы, подстраиваются под это движение. Итак, помните самое главное. Вам ни в коем случае не нужно сжимать кий сильно. Кий должен как будто бы висеть в пальцах, потому что мы по большому счету играем именно весом кия. На замахе у вас будет отрываться 2 или даже 3 пальца от кия, то есть они на замахе будут его освобождать. И на момент подведение к шару, они будут снова вставать на свое место. И уже после удара кисть будет прихватывать кий для того, чтобы зафиксировать его в конечном положении. Ну и, конечно же, самый важный момент для нанесения правильного удара – это положение всех ударных точек в одной плоскости. То есть у вас плечо, локоть и кисть должны находиться строго в линии удара. Если они будут выходить или какие-то точки будут вываливаться из этой плоскости, то, соответственно, вы будете привносить какое-то искривление в удар. Итак, смотрим. Правильное положение. Плечо, локоть и кисть стоят в одной плоскости.
Если локоть, например, будет заваливаться таким образом, то движение искривится в эту сторону. Если кисть завалится в эту сторону, то таким же образом вы искривите движение. Во внешнюю также он будет уходить сюда. Все это будет критически влиять на точность. Давайте поговорим теперь про положение ног. Итак, я расположил шар, по которому я буду наносить удар, таким образом, чтобы линия удара соответствовала вот этой линии на ковре. Вам будет понятнее, как я буду расставлять ноги. Итак, для того, чтобы определить правильное положение тела, вначале подведите кий вплотную к шару. Потом поставьте правую ногу практически под правой рукой. А левую ногу выдвиньте вперед, левее. Не ставьте их по одной линии и не ставьте правую ногу далеко. То есть правая нога очень близко к линии удара, левая нога вот здесь. Если мы смотрим сверху и имеем третью точку в виде левой руки здесь, если смотрим сверху, мы получаем треугольник. Довольно устойчивая конструкция. А теперь давайте поговорим немножко о сути удара. То есть как он должен выглядеть и как вы должны его чувствовать. Удар – это передача энергии. То есть вы должны очень сделать грамотное движение для того, чтобы кий передал всю энергию в шар. И вот здесь нам довольно неплохо подойдет аналогия с молотком. Если мы возьмем молоток довольно близко к головке и попробуем забить гвоздь, то нам нужно сделать очень сильное движение, и энергии передастся на самом деле достаточно мало. Но стоит нам взять молоток за конец ручки и сделать большой замах, то мы передадим с тем же самым усилием намного больше энергии в гвоздь, и он за нас зайдет намного глубже. То же самое здесь. Кий – такой же инструмент, которым мы должны научиться правильно пользоваться. Итак, для того, чтобы передать максимум энергии в шар, удар должен выглядеть как проброс. То есть вы по большому счету должны просто разгонять этот инструмент и выбрасывать его вперед, прихватывая в самом конце. Тогда вы дадите шару максимально правильно и максимально много энергии. Давайте посмотрим. Чтобы научиться делать такое длинное плавное движение, вы должны первое время играть как можно больше шаров-пустышек. То есть ставить такую задачу, на которой вы сможете полностью фокусироваться только на нанесении удара, чтобы вас ничего не отвлекало. И здесь мы все внимание направляем на прямолинейность и на длину удара. Медленно отводим руку, фиксируем ее сзади и наносим длинный, сильный удар. Точка на шаре. Отводим, делаем небольшую паузу. Длинный, сильный удар. Для того, чтобы увеличивать точность, вы должны постоянно удлинять дистанцию вашего удара. Когда вы научились забивать шары в середину, ставьте их на максимально длинную дистанцию и играйте уже диагональные шары в угол. И продолжайте фокусироваться именно на замахе. Тянем, пауза, удар. Тянем ровно назад, пауза, удар. Тянем ровно назад. Когда вы научитесь безошибочно забивать шары-пустышки на длинной дистанции, то есть диагональной дистанции, это будет говорить о том, что вы научились видеть направление, вы чувствуете его довольно хорошо. Следующим шагом будет добавление прицельного шара. Лучше начать с середины, потому что прицельный шар будет отвлекать ваше внимание, оно будет немножко рассеиваться, а ваша задача остаться на нанесении удара. Итак, вы следите за тем, чтобы сделать длинный замах. И нанести прямолинейный длинный удар.
Когда вы разобрались с серединой, вы можете перейти также на угол. Теперь давайте поговорим про ошибки. На самом деле существует всего два варианта, почему вы можете не забить шар в лузу. Итак, первый из них. Вы целитесь неправильно по резке. То есть, например, вам кажется, что вы целитесь ровно, а на самом деле вы бьете прицельному шару немножко в бок, влево или вправо. И, как правило, вот эта ошибка, она будет у вас всегда одинаковой. То есть, если вам кажется, что нужно бить левее, вам будет всегда казаться, что нужно бить левее. Это можно выправить только с помощью большого количества прямых ударов. Со временем видение исправится. И вторая ошибка – это когда вы, предположим, ровно целитесь, но делаете какое-то неправильное движение на замахе и на приведение кия к шару. То есть изначальная линия ровная, а потом идет искажение в момент нанесения удара. Это те основные ошибки, на которые вам нужно обратить внимание и над этим работать. Итак, давайте подведем итог. Первое, о чем вы должны помнить, это положение ног и руки с мостом. Вся эта конструкция должна создавать устойчивое и, главное, удобное положение именно для вас. От человека к человеку она может меняться, но именно для вас положение должно быть максимально удобным. Второе, правая рука. Плечо, локоть и кисть должны находиться строго в одной плоскости, и ни одна из этих точек не должна из нее вываливаться. Третье – это положение кисти. То есть не держите кий жестко, держите его плавно, он должен немножко висеть в пальцах, потому что на отводе вы будете его отпускать и потом пробрасывать вперед. Сам удар. Помните, что в первую очередь удар – это выброс кия вперед. То есть вы разгоняете инструмент, и уже он передает всю свою энергию в шар. То есть ваша задача именно научиться правильно и плавно разгонять его на довольно большом замахе. И помните, что когда вы тренируетесь и оттачиваете этот длинный удар, вы должны научиться максимально длинно отводить руку. Следите, чтобы кий двигался строго в одной линии и на замахе, и желательно на сопровождении. Вот эта прямолинейность будет иметь ключевое значение для точности. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, а также оставляйте ваши вопросы и комментарии. А если вы хотите еще быстрее научиться играть, тогда приходите на мои тренировки в Москве. С вами был Константин Степанов. Всем пока!